Привет, друзья, меня зовут Николай, канал Blood Games. Тоже продолжаем проходить мод на второй шанинг. Так, надо вспоминать, что было-то. День целый прошел. Вчера это было записано. Фух. Нехило у меня так народу в прошлом битве полегло-то, ну. Так. Я хотел гнома убирать. Я, наверное, так и сделаю. Хил второй, бласт, квик еще даже есть. Сколько атаки у нее? 57, а у него... А, сейчас посмотрим. 58. Да и он медленный. Давай, до свидания. Так. Вроде больше пока ничего не надо. Так. Здесь. Все мы купили. Так. Блин, а что там? Не проснусь никак. Держи вот эту штуку. Так, ну тогда меч ему можно продать. Хотя ладно, пусть лежит. Пусть лежит. Так, это тут есть. Вот тебе. Так. Это тоже закупаем. Ну чё, всё, погнали дальше. Дальше должен быть мост, по идее. Ну да. О, прикольно выглядит, кстати, мне нравится. И подвижность шестерка у нее. Нормально, нормально, не зря взял. Бласт третьего уровня, хил второго уровня, квик. Только седьмой левел, но это ничего страшного. Это мы подтянем. Это мы подтянем. Ой, как у тебя много здоровья это. Хил уже тоннами надо использовать. Пока восстановище охереешь. Давай, давай, нападай. О, новый враг. Круто. Только не убей, пожалуйста, сразу, а. Спасибо. Спасибо тебе, дорогой друг. Спасибо. Ой, блин, так. Ой, что-то приболел я маленько. Нравится. Так, держите вам, ребята. Хил. Ману надо восстановить будет. Вот не зря я взял эту штуку. Ой, не зря.
Оно и вдарить может, если надо. Тоже здорово. О, кстати, я тебя не заметил. Так спрятался там на фоне. Что-то все левелы пошли брать. Скажи, что ты еще апнешься. Не, кентавр, нет, кентавр. Не хочет, вот сука, мразь. Ну это одной аурой отхиливается. Но блин, бесит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нормально, все стали брать левела. Так, 8 уровня, кстати, нравишься мне. Надо качать. Блин, опять мискликнул кнопку. Твою мать. Тут сопли сегодня целый день текут. Не могу прям. Ой, подхилиться бы, ну. Был к чем. Нафиг так мало, ну ладно. Ладно, манна не помешает никогда. Хотя бы скалов, точнее, похилить надо, и не похилил ни хера. Сегодня выпуск будет коротенький, на две битвы, потому что неважно себя чувствую, уж поймите меня. Так что как-то так. Да, что-то приболел нехило, блин. Как же, блин, тебя мне выделить-то, ну? Встану в середину, какая хер разница. О! Целитель, правда, не попадает. А что, пока двигаюсь, всех отхилю. Почему бы и нет? Так, секунду, чуваки, водички надо попить. Топить охота. Так, продолжаем. Да, ходит оно лучше намного, чем гном, конечно.
думаю, бой будет несложный. Хотя хрен знает. Ты бы еще один опыт мне дал за лечение, ну. Что-то зря я его так близко подвел, мне кажется. Черт, я мог же достать, ну. Забываю постоянно, что он может так. О, удачно я подвел его. Да, танк хороший, танк хороший. Черт, все-таки достал, а. Ой-ой-ой, ну что ж вы его убиваете-то постоянно? Ну мне его качать надо, суки. Секунду, ребята. Да. Я не знаю, они от меня ушли, я не в курсе. Да, они ко мне, я не знаю. Я отдыхаю. Не знаю, ладно, я занят маленько пошел. Бля, отвлекай тут всякими телефонными звонками. Не дают ролик записать. Блин, мага, жалко, ну суки, а. А вот это вот не ждам. Вот это не ждам. Это не ждам. Блин, мага жалко, ну твою-то мать, а? Чего, болт третьего уровня? Я только что заметил. Я не видел этого. Нихера себе. Вот это нихера себе, ну. Блин, ну на одного тратить не буду, я не хочу. Пофиг тебе, короче, да? У тебя нет резиста на огонь. Сука. Сейчас эту магичку убьют. Я вот прям уверен. Точнее, монахини. Ой, да, что-то я сегодня не особо разговорчив. Ребятки, вы уж простите. Походу, заболеваю просто. Но ролики делать надо. Так что стараемся, как можем. Все для вас, чуваки. Ну давай, лечи уж, что тебе. Хватит ходить, уже разбесишь. Печаль. Вообще похер. Отравил, что ли? И что он сделал-то? Что, травил что ли, или что ты сделал? Ничего, странно. Да и хер с ним. Так, сдохни. Ну помри уже, мразь, ну ты одно хп у тебя, бесишь. Есть, минуснулся, хорошо. За уровнем даже перестал следить, уже похер. Вот у волка надо подтянуть. Блин, и мага надо было, но он даже не походил в этом бою.
Даже не походил. А это обидно. Добивай. Ой, зачем так много? Давай вторым. Ей нужен опыт. Фу, вы охереть можно. Ну хватит это делать, а. Что-то дали. Опять быстро так проматывается, не успеваю смотреть. Хил третий, что ли? Или у нее был, или вот этот скрин никчемный. Хотя херей, я тебя только увидел, что у нее болт второго, ой, третьего уровня, ебануться. О, ништяк. Ништяк. Можно и главного подхилить маленько. Тоже восьмой. Отправляйся. Слил. Хорошо, дальше. Не достаю, не достаю. Что-то я уже так продвинулся хорошо. Но эти не пойдут, да? Херня это все. Хорош. Да, хиллеры дебилы. Но мне-то лучше. Блин, магичка далеко, ё-моё. А что, рискуем? Четыре хп дали, нихера себе. Это можно похилиться, вот так вот встать. Тот-то ничего не сделает, а вот этот... Ах ты, падаль! Ответку кинул. Ну, посмотрим, как ты держишь. Ладно, отравил, да. Но то, что отравил, это хер бы с ним. Вообще пофиг. Блин, надо было магички оставить, точнее, монахини. Нихера уровни прут.
Блин, ты сегодня хорош. Я 5 уровень, ты смотри. Сказка прям какая-то. Значит, следующие битвы будут херовые, да? Мне что-то кажется так. Да, атака у нее не такая мощная, как я надеялся. Рай, может это мощный просто противник. Он новый. Ну да, 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 да. Зря я на нее гоню. Так, разобрались. А, надо всех убить. Ой. Какие дебильные условности. Давайте проиграем еще, ну. Ну, почти. Кто еще там? А, тот дальний, что ли? Ну. Спасибо, что соизволили, сударь. Мразота. А он только сходил, хер с тобой. Убьешь, не убьешь? Эх ты. Ну, десяточку взял. Ну-ка, палка, если. Уровни так и прут, ты смотри. О, нужная вещь, кстати. Блин, ну мага надо качать, да. Дай молоко. Да это не надо мне, ну. Есть что новое? Это что такое? А это хороший меч. А это новый меч, правда, стоит он, ебанись, сколько? А, я понял. Я понял, но у меня денег нет. Такие цены. Их нихера повышение. Сейчас будем те штуки продавать. А сколько стоит? А, ну продам херси. Не надо мне. Так, кто еще не используется в битвах? Все, будем деньги мутить. Вот эта херня нахер. 3000, во, нормально. Ненужный мечик. Ты это... Их нихера он стоит, зря, наверное, продал. Хороший, наверное, что-то было. Черт.
О, гном не нужен, кстати, да. Так, давайте смотреть. Деньги нужны, короче. Так, поехали дальше. А волку меч сильно прибавить? О, да. Так что пока убираем эту херню, но из инвентаря не продаю. Так, стальное копье. То тоже продавать пока не буду, просто на всякий пожарный. О. А, у тебя такой же. Отлично. Во, мифриловая секира. Блин, какое хорошее оружие. Неужто жопа дальше какая-то будет? На 10 нихера хорош. И второй тоже. Magic Mail, нихера себе, стальное арморка. У меня 5000, куда, алло, ну ты чё? Блин, денег нет. Чёрт, чё делать-то? А что ты с этим сделаешь? Нет ничего. Продать. Ну так, маленько. Блин, а мне нужен глобальный закуп. Так, ну все это здесь, короче. Ну и пусть лежит, в принципе. Пригодится, может, потом. Так, сколько? 12 тысяч. Ну, немного хватит. А что она дает? А, он защиту, да. Она всем, кстати, подходит. А, нет, смотри, кому это не подходит. Тебе не подходит, почему? Тебе другая нужна? Тебе вот такая, что ли? Во, стальная арморка, кстати. Давайте лучше ее возьмем. Что-то вот этой магической, я не уверен. На четверку повышает. Сейчас продам. Ладно, в принципе, и так пока норм. Давайте подкопим маленько деньжат, уже потом разберемся. Ну, мои кольца такие хорошие, но пока не до них. Пока не до них. Просто жестко. Ну хоть оружие купили, вот то хорошо. Мага надо тянуть. Не забываем об этом. Хорош, хватит мне пока. Молочко забыл я использовать.
А оно у кого? Оно у тебя, окей. Окей, я понял. О, красный скелетик, прикольно выглядит. Эх, ёб твою! Нихера там детокс жрет, надо срочно детоксить. Гася. Бум. Одно хп, замечательно, блин. Его вот точно нельзя терять, ни в коем случае. Так, вот эту шваль нахер отсюда, потому что она магическая. Где хиллер? Что-то третий уровень опять просмотрел, блин. Ну что у него там могло быть третьего уровня-то? Стать. О, вот это круто! Вот это кайф! Что ты из-за достал из штанов? Опаньки! Это все дрянь! Ну хитекс-то надо забрать себе. Если он выпадает, конечно. Нет, пожалуйста! А, я отхилил уже, ну. Фух, я уже испугался. Я уже испугался. Я уже хотел просто орать на эту игру, как обычно. Но она решила мне дать поблажку, хорошо. Блин, чуваки, не советую, не болейте никогда. Ну нахер, прям что-то херово с каждой минутой, все хуже и хуже. Вот в зиму, блин, всегда болеешь. У меня почему-то всегда так. Не знаю, как у вас там, если хотите, напишите. Интересно будет почитать. 6 хп, я манал. Просто так отжирается. Так, призрак вонючий, ты задолбал. Я хочу его до шотного состояния. Для мага. Для мага, ну же! А, я же новые кулаки дал, это очень жестко. Может убить, кстати. Главное, кстати, надо сильно уч. Сильно уч. Блин, эти ящики здесь. А много требует? Ёшкин кот. Пятнашку. Ну, блин, я могу восполнять ману, так что мне, в принципе, пофиг. Ну, офигенно. Офигенно. Танкуешь? Танкуешь. Хорош.
Ты что думал, спрятался, ублюдок? Читанул маленько. Читанул маленько, да. Ну, посмотрим на твою броню. Ну, хрен знает, честное слово, не знаю. Я просто жду, сейчас ящик будет атаковать. Не убьешь же 11 хп, ну? Молодец. Все правильно сделал. Опаньки. Как рит хорош. Так, что-то опять дали, опять промаронил. Кстати, насчет магические робы. Да, ее можно использовать, охереть. Ну-ка, давайте посмотрим. Что она дает? О, это детокс вонючий. Понятно, но он пригодится, ладно. Рано или поздно он там пригодится. Ходи, пожалуйста, маг, который качаться должен. Я тебя умоляю. Мана заканчивается. И 9 уровень бери, потом 10 надо тебе взять. Так, скелетика надо выносить, а то он жесткий, походу. Да, бронированный засранец. Бронированный засранец. Так, обратно. Ну, не для него, как я понимаю. Ладно. Так, оставляй один хп, и мы нормально разговариваем. Мудак. Ну, ладно. Кубик, двигайся уже, ну. Чисто ради прокачки. Ты чё тут стоишь, братан, одиноко? Ну-ка, давай отсюда. Двигай отсюда, чувак, двигай. Помогай. Ты тоже тут помогай. Просто хочу посмотреть, сколько она восстанавливает. А, по две, замечательно. Ну, это круто. Это круто. Я даже с пользой ее использовал. С пользой использовал, потому что подхилил тех, кому я не обратил внимания особо, что у них там со здоровьем печаль. Это тоже 9-го левела. Надо бы подтянуть. Слава богу. Кстати, оставочек хитекс так и не упал. Я думал, он выпадет. Давай девятку уже пора брать.
Есть. Кубик может дел натворить, так что его лучше заранее хлопнуть. Я для мага делаю. Хотя он хрен подойдет же, ну. Да не должен, по идее. По идее должен. Но вряд ли. Ну конечно. Молодец. Ладно. Второго им же добью. Так вот прикрою. Вот так вот прикрою. А, тут еще вот эта дрянь. Ну это ладно. Это ладно. Да видите, мы даже спокойно без этой брони даже справляемся. Там копейки вот эти, двушка. Она нахер не надо. Да, ты выцепил, молодец. Ууу, целитель-то бронированный. Маг еще успеет. А вот девку надо тянуть тоже. Давайте, вылазьте уже. Ни хера ты. Этот чувак похож на этого из Ghosts and Goblins. Реально похож. Он, кстати, почти ее убил, мудак. Ой-ой-ой, что-то сильные атаки пошли. Сильно, да. Мощные ребятки-то. Уже не шутки с ними плохи. Но главному вообще на все пофигу. Это просто зверь. Опять забыл банку отдать. Ну не до этого сейчас, ладно. Опаньки, манна, мана. Вот ублюдок, а? Волка опять бьют. Бесите. Вот пятачок. Да, броня у него, конечно, крутая. Надо же, ты соизволил. Минус. Окей. Ой, про тебя я опять забыл. Нахер. Не, это крутой перс. Волк, крутой перс. Кентавра хп хорошо разменивать. Угомонись. Ну отнял ты, молодец. И думал, магию дают какую-нибудь новую. Хер. Сдохни, нахер ты тут не нужен.
На 3 защиты, ништяк. Ха, опять уровни идут, хорошо. Опять этот слоу, но он же не работает нихера, вот честное слово. Так. Квик второго уровня, вот это хорошо. Упыря, сейчас бы добил бы им. Ну что ж ты, падаль-то такая. Есть. По-хорошему бы 11-й желательно бы. Я не про тебя вообще-то говорил. А, ну понятно. Я про мага. Так, ящик будет двигаться, нет, пока ману восстановлю. Хер, раз, два. Падаль. Так, давай выдерживай просто этот дамаг. Не выдержал, блин, жаль. Я так и знал, что этот тварь все испоганит, долбанный куб. Он выдержал первый удар, на второй уже никак. Ой, как жестко-то. А, не доходит она. Тут убьет, я хочу. Я хочу магом. Так, давай фризон, ну давай, давай, да нет, 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 не хватит. Хоть ты тресни, не хватило. Чтобы он никуда не вышел. А, ну окей. Ждем ход мага. Блин, я протупил, надо вот так вот сделать. Заранее к следующему бою подготовимся, в который мы пойдем в следующей серии. Или в этой сходить. Следующий или в этой. Что, хотите подольше выпуск? По-любому хотите. Что, будем босса бить, не? Будем, не будем? Маг качать, да? Да что за коробка упадает? Надо попробовать ее использовать, что ли. Одного лучника только потерял, да? Не, ну так неплохо. Не хочу пока. Пока не хочу тратить деньги. Их всего 12 тысяч. Нет, 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 нет. Поехали. Ладно. Ладно. Ой, не зря я зашел. Что-то интересное.
Сирена, нихера себе. Круто. Что, потерял магичку? Если так, то играй с... Которого тут нет, кстати. Которого твою маджи тут нет. Там ящик сбоку. Хотя мне сейчас не до этого, мне магичку надо лечить, она сейчас подохнет. Опять банку, кстати, забыл отдать, использовать. Нет, на максимум. Не хочу рисковать. Ой-ой-ой, одно хп. Точно, тебя же убивали. Чё мелочиться-то? У кого есть, подлечим. Кому не надо, да и ладно, в принципе. А, это тот лучник. Ну ладно, хотя бы так. Хотя бы так, ладно. Этот сычонок, этот мелкий, будет мне мешать, как, а? Я прям уверен. Страшная женщина, да. Хорош. Я он ему ответил. Почти на всю хп, блин. Так, а чё Квик второго уровня делает? Ой, как здорово-то. Красота. И стоит недорого. Это как этот. Буст. Только почему-то здесь Квик его назвали. Ну и ладно. Пофигу вообще. Так. Вот так вот. Встану, закрою ему, чтобы он не вышел. Он убить его может. Нет, я бить не буду. Опять банку не могу отдать. Да что ж ты будешь делать? О! Нормально, ты всаживаешь. Чё мелочиться, иди сюда, падла квадратная. У меня один вопрос. Когда маг походит, сука? Когда сдохнуть захочет? Спасибо, соизволили, твою мать.
болта хватит. Ну давай новые, третьи уровни. Наконец-то, наконец-то, спасибо. Вот теперь я доволен, да. Слышь ты, квадрат, пошел отсюда нахер. Ах ты ж падла, блядь. Не хочет, смотрите-ка, не хочет. Да выебывался. Ай, падла, блядь. Вот, давай, 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 выбегай туда, да. Так, ты танкуешь, ты дамажишь. Болт третий уровень, я херею, круто. И маны дофига. Правда, она ходит медленно. Накопил тут, блин, давай, используй. Страшная женщина подошла. Да, страшная. Магом добью, магом. Ну, надо вот так закрыть его, чтобы он не вышел. Вот так. Эта тварь может дело наделать. Наконец-то взял нормальную магию третьего уровня. Ну, лучше бы фриз. Я ждал фриз, если честно. Фриз лучше. Но, как говорится, даренному коню в зубы не смотрят, так что будем пользоваться тем, что имеем. Ману восстановлю. Ой, блин, кентавр бить. Ну сколько ты отнимешь? 5? А, не под бустом же, вроде еще. Ну, восстановил, восстановил, молодец. Это что за маневр сейчас был, блядь? Опаньки. А вот вам, ребята, сюрприз. Жестко. Очень жестко. Еще жестче. А вот это вообще здорово. Она крутая. Она крутая просто. О, красиво выглядит. И бьет неплохо. Ха, странно, чуть не походил. Так, разбирайся пока с этими тут. Вдалеке от босса будут держать. Хотя, что я за него переживаю?
Он настолько крутой. Опаньки. Ману можно забирать. Вот это круто. Пизда ему. Сука, это смешно звучало, конечно, я понимаю. Ну да. Ну а что я тут сделать могу? Ух, нихера ты. Эту шваль надо убивать. Так и вот эту вот. Нихера у него здоровье. Скажу я тебе. Магу не перепадет, да и ладно. Там, по-моему, у него ХП есть. Да у всех здоровье есть. Ну и ладно. Минус 2 хиллера, это хорошо. Так, вот эту шляпу надо убивать тут. Она меня будет бесить. Не слишком часто ты ходишь. Не, пати мне нравится, который у меня сейчас прям нормально. Может, еще будет круче какой-нибудь воин вместо кентавра, тогда да. Но у кентавра много здоровья. Ники свой дэмэдж, ты однако. Так, у тебя хороший дамаг. Блин, надо призрака убить, он будет мешать хилить, не дай бог. Ты охеревший, что ли? Упс. Хорошо тупитку этот. Ладно. Так, у тебя. Не, не зря этот бой играем. Босса посмотрели. Неплохо, неплохо. Правда, ты помрешь? Да ладно, блядь! Пошел ты нахуй отсюда. Уебок. Ну и тварь, конечно, ну и тварь. Да. Я сейчас не могу говорить, я записываю. А что такое? Угу. Хорошо. Мам, минералки купи по дороге. Угу. Что-то минералочки так захотелось, чуваки.
Мама вот звонила, попросила минералку купить по пути. Так, а мы правильно продолжаем. Небольшое отвлечение, все эти телефонные звонки. Сегодня уже второй раз. Так. Что у нас тут? Отвлекся маленько. А, босс, да. Точно. Сука. Мразота. Это что за дрянь? Блять, это же все сработает. И кем мне бить босса? Игра, алло. Пиздуец, пиздец. Мразь еще та. Хорошо, это не был не болт какой-то третий уровень был. Ладно, это еще можно пережить. Ты только что ходила, сука. Без хил по пизде пошел. Держи удар. Ну, такое. Черт, не достают ту падаль, хотя бы эту падаль. Фу. Это жесткая магичка. Она с нами точно до конца. Это прям 100%. Семь, это что такое, блин? А, главный же дебил, блядь. Сука. Ебать. А чё атака такая мощная? Ебалан, блядь. Ладно, они в норму пришли. Третьего хила нет, плохо. Ну давай третий хил. Пиздай. Херовые атаки у тебя, конечно. Мана кончилась. Хватит ходить, пожалуйста, только не убей его. Пизда. Это было топово. Блять, он же дурак, он отойти им не могу, блин! Пизда. Сейчас проиграем из-за этого. Я понимаю, да.
Просто самый косяк, знаете, еще что может быть? Сейчас главное то, что походит, но уже не походит, ладно. Типа, если бы он походил с таким малым количеством ХП, то что он под этим дебафом, ударил бы кого-нибудь, ему ответку прислали бы, и он бы подох. Вот бы я бы ржал, блядь. Вот я бы ржал, пиздец. Ой, глаз на жопу натяну вам сейчас, блядь. Вон сейчас монахи не придут, вас отхерачат. Просто отойду, да и все, чё. Ёп тебя. Детокс. Главное, остановись, пожалуйста. Не делай этого. Сука. Спасибо. Рановато пока. Круто. Ладно, следующим ходом подождем. Херли делать-то. Подождем, ладно. Хильнул, опыт не лишний. Блин, когда же вы подохнете, упыри, а? Уже бой надо заканчивать, бесит меня. Я босса убил, а эта херня еще продолжается. О. Сейчас посмотрим, поскольку она максимально. Стоит 7, нормально. Нормально. Мне бы фриз кому-нибудь четвертый. Вот это я был бы рад. Может, дадут такого. Блядь, как долго. Правильно, вот так и надо с ними. БРГН. Так, это интересно. Так, это что за так? Так. БДСМ. А, БСТМ. БДСМ, блядь. О, есть. Кстати, банки, да, банки. Вот это неплохо, мне тут надавали. А, этого уже убили целители, точно. Точно, точно, точно. Так, что, играем или заканчиваем? Блин, не знаю, играть что-то охота. Хотел короткий сделать. А что-то разыгрались прям. Хотя после босса логично было бы закончить, я так и сделаю. Сейчас я банки использую.
Да не то я делаю, твою мать. Где склад? Вот я не знаю, что это за коробка. Вот. Хуже, блядь. Да ладно. А в чем его прикол? Не, пускай будет в инвентаре, да? Давно одну штуку хотел проверить. Блин, нету. 33 тысячи, нихера так, закупаемся. Реально закупаем. Ёб твою мать. А, ты лучник. Ну, лучник. Ебать, у него защита, стоп. А у моих 65-68. Вместо этого вполне, да? Вполне. Или вообще вместо этого. 63-48. Да где ж ты, ёб твою мать, второй-то? Вот они. 61. Вот его атака побольше, но защита хуже. Эту защиту. Вместо вот этого 63. 68. Да. А ты кто? А ты, блядь, кто? Гав. БСТМ. Хрен знает, что за БСТМ. 11 левел. А, они оба 11. А какое тебе оружие-то, дядя, о, блядь? Я вообще армарки зашел купить. Подожди. Сейчас тебя мы убираем, тебе смысла нет. Ну на единицу нахер оно надо, вот страдать херней. Короче, будут более новые, возьму. Они новые, конечно, не дают очень мало. Ладно, с этим потом разберемся. Херп. Вот, а. Не надо нам. У нас есть магические восполнялки нам. Это имба. Сейчас посмотрим, что за бой, конечно. И надо заканчивать. Итак, лишка поиграли. Заменить-то надо. Где крутой лучник? Так, это ты? Ты, да. А, это танчик, да. О, Феникс, блядь. Жесткий. Ладно, ребята, блин, у него подвижность, но он хотя бы издалека может бить. Ладно, давайте на этом закончим. Так что подписывайтесь на канал.
Ставьте лайки, комментируйте. И всем до встречи в следующей серии. И всем пока.